Всем привет! Вы на канале Мисс Маша. Сегодня мне Алан Джон прислал из Америки конфеты американские. Будем их пробовать. Эту конфету мама вечером откроет. Мама, бери. Эти конфеты мы будем сегодня пробовать. Открываем их. Берем первое. Вот это. Разрезаем ножницами. Ножницами мы разрезали. И целая пачка вот таких маленьких упаковочек конфет. Мы насыпать будем их в эти тарелочки. Просто. Один пакетик насыпали. А это такая же. Открываем Сникерс. Берем ножницы. Разрезаем. Маленькая дырочка ловилась. Вот она. 6 Сникерсов. Не 6 Эндэнсов. Будем сейчас открывать вот это. Вот. Тоже 6 штук. Открываем. Давайте их пробовать. Сейчас я вас съем. Начну с тебя. Вкуснятинка. Вкусно. Кажется, конфеты американцы отличаются. У нас тоже такие подаются. Только чуть-чуть побольше. Сникерс был вкуснейший. Будем дальше пробовать. Взяем вот это. Открываем. Уже пахнет из Америки. Попробуем Твикс. По вкусу хрустящий. Как у нас. Сейчас попробуем МДС. Знаете, почему наши МДС большие, но эти маленькие, но зато большая коробка. Немного там этих МДСков. И сейчас мы будем пробовать. У меня уже насыпаны эти эндэнсы, эту тарелку попробую зеленую. Лайкай. Похоже яблоко. Тут трещина какая-то, смотрите. Чуть-чуть шоколадик. Давайте посмотрим, что внутри. Как у нас эндэнсы. Вот эта конфетка, знаете, на каком номере? На номере 2. А на вот это на номере 3. А эндэнсы на номере 1. Потому что он самый вкусный. Лайк, то лайк, вот это. Камера за меня смотрит, я вот так буду подпиваться, что не буду есть много конфет. Я вот это в канале Мисс Маша. Ставьте лайк, шейте канал. Всем пока!